Новосибирские многоэтажки начали подключать к отоплению. Полностью развернуть систему планируют до конца этой недели. Напомню, в детские сады, школы и больницы тепло начали подавать с 19 сентября. Александр Сульдин с подробностями. Электронные карты, бумажные схемы. Ответственный момент. Начали подавать тепло в дома мегаполиса. Сколько открыли в процентах, можете сказать? Центральный диспетчерский пункт новосибирских тепловых сетей. Сейчас здесь контролируют ситуацию во всем городе, кроме шлюза и академгородка. На экранах компьютеров информация о температуре воды и давлении на тепловых пунктах. В эти минуты подключают дома, которые располагаются поблизости от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. К примеру, это Горский, троллейные жилмассивы и улица Бориса Богаткова. 19 сентября батареи прогрели в детсадах, школах, больницах. Днем на улице больше плюс 10. Погода, в принципе, позволяет повременить с подачей тепла. А по ночам уже заморозки. Поэтому мэр Анатолий Локоть решил, в социальных учреждениях нужно начать отопительный сезон пораньше. А с жилыми домами власти все же немного повременили. Специально выходные дни сделали перерыв. С учетом того, что многие новосибирцы выезжают за город и квартиры стоят пустые. Чтобы не было вот таких ситуаций, когда где-то что-то порвалось, нештатная какая-то авария произошла, а некому среагировать вовремя. Систему будут разворачивать в три этапа. В ближайшие дни тепло подадут в 2000 домов. Примерно столько же получат отопление 26 и 27 сентября. Остальные не позднее субботы. И сети, и тепловое оборудование потребителей, и центральных тепловых пунктов рассчитаны именно на этот график. Считаю, что подготовка проведена планово. График подачи отопления опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Более подробную информацию о подключении конкретного дома горожане могут узнать в управляющих организациях или в единой диспетчерской службе мэрии по телефону 051. Александр Сульдин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!